президента США о переносе посольства в Иерусалим. Мы знаем, что это решение приняли еще при Клинтоне, но мы считаем, что это как раз желание возбудить Ближний Восток, учитывая наши успехи в Сирии. Вторая проблема – это Олимпиада. Геннадий Андреевич уже озвучивал нашу позицию. Я ее лишь подтвержу, что мы считаем, что в ситуации, когда страну лишают гимна, формы, слова, ну, наверное, правильно бы было организовать спартакиаду у нас внутри, сделать призы больше, чем олимпийские, дабы труд спортсменам не пропал. Но принцип, он превыше всего, потому что если мы все время утираемся, то у нас всегда будут плевать. Третья проблема – это несоответствие того, что говорят официальные лица, и того, что происходит в обществе. Вот у нас складывается впечатление, что у нас как бы власть живет за зазеркалье с обществом. Но с одной стороны идет колоссальное падение доходов населения, официальные данные 14,5%. Да? А с другой стороны 200 человек самых богатых удваивают свои состояния. Ну, мы считаем, что это происходит потому, что у нас как бы вот это перегиб в сторону исполнительной власти и состоятельного меньшинства, он, в принципе, дисбалансирует страну и проецирует коррупцию. Вы видите, сейчас вот дело Улюкаева тут вышло на новый уровень. Но у нас ведь не только Улюкаев, 9 миллиардов у полковника полиции, комнаты у губернатора. Да? Поэтому мы считаем, что в данной ситуации все решения есть и нами давным-давно унесены. Законы и о ратификации Конвенции ООН о противодействии коррупции, и о возврате конфискации имущества, и о запрете занимать коррупционерам должности пожизненно. Ну, все эти вопросы могли бы как бы это пресечь, и мои коллеги как бы постараются вам донести нашу позицию. Партия будет проводить предсъездовский пленум, как раз посвященный антикоррупционной тематике. И здесь Николай Николаевич Иванов, он доложит нашу позицию. Я хочу напомнить вам старый анекдот. Спорят, разговаривают два олигарха и хвастаются. Один говорит, я такой богатый, что могу купить всю Россию. А второй говорит, это знаешь, я тебе ее не продам. Так вот, этот анекдот уже может скоро потерять свою актуальность. Дело в том, что за 28 лет существования новой России из страны вывезено 800 миллиардов долларов или 48 триллионов рублей. Это 3,5 годовых бюджета. Где они осели? Они осели на секретных счетах в швейцарских банках. Чем занимается сейчас американская администрация? Тем, что выискивает информацию о всех людях, которые вывезли деньги из страны и хранят их за рубежом. В частности, в августе прошлого года Трамп подписал в ускоренном порядке закон, по которому и будет опубликован доклад 29 января следующего года, и эти деньги могут уйти, они контролируются Федеральным резервом США, и они могут уйти в бюджет страны под названием США. Вопрос такой, когда мы сможем эти деньги вернуть, и сможем ли мы их вернуть вообще? А вопрос третий, а кто этим будет заниматься? Есть ли у нас специализированная структура, которая ведет борьбу с коррупцией и воровством? Нет, такой структуры нет. Вот сегодня я хочу предложить Государственной Думе буквально несколько вариантов выходов из того тупика правового, в котором мы попали в связи с тем, что коррупция буквально одолела наше общество. Эти предложения будут носить конструктивный юридический характер. Вы о них услышите во время моего выступления. Спасибо. Сегодня под номером 5 повестки дня будет рассматриваться вопрос с дежурным названием. Законопроект в третьем чтении, внесение изменений в жилищный кодекс и в закон о приватизации жилого фонда. Якобы принятие этого закона продиктовано решением, точнее определением Конституционного суда номер 10П от 2016 года. Я напомню, что группа депутатов подала в Конституционный суд соответствующий запрос на предмет конституционности положений действующего жилищного кодекса и положений действующего закона о приватизации жилых помещений, которым еще с 92 года гражданам, проживающим в старом жилом фонде, а это 50-х, 60-х, 70-х и начало 80-х годов постройки, гарантируется проведение капитального ремонта их домов за счет средств бывшего наймодателя, то есть за счет бюджетных средств. На протяжении всех последних лет тысячи наших граждан в судебном порядке свое право в соответствии с этими законами отстояли.
То есть на сегодня около 60 миллиардов – это совокупный долг муниципалитетов, именно на этот уровень власти переброшены обязательства, перед гражданами за непроведенный вовремя капитальный ремонт их домов. Ситуация Конституционным судом была оценена, было признано и подтверждено правильность решения Верховного суда и судов общей юрисдикции, и Конституционный суд, со своей стороны, обязал законодателя установить надлежащий законодательный механизм для того, чтобы не приходилось людям в массовом порядке обращаться в суд, для того, чтобы реализовать в итоге свое право. Что же сделало правительство для реализации данного положения Конституционного суда? Оно сделало ровно наоборот. Оно внесло законопроект, которым ставится жирный крест на вообще возможности когда-либо получить этот капитальный ремонт за счет бюджета. Внесена очень хитрая формулировка, то есть граждане имеют право получение вот этого капитального ремонта за счет средств бюджета только в одном случае. Если до приватизации первого жилого помещения их дом был включен в некий перспективный план капитального ремонта в начале 90-х годов. Мы провели соответствующий анализ, оказалось, что таких планов в подавляющем большинстве муниципальных образований не существовало вовсе. А там, где они существовали, это был лишь, скажем так, обеспеченный деньгами на тот момент небольшой перечень многоквартирных домов. Самое страшное, что срок хранения подобных планов 25 лет, и практически все они на сегодня уничтожены. И даже где не уничтожены, вы сами понимаете, они пропадут, поскольку основная финансовая нагрузка возлагается на органы местного самоуправления. Фактически, сегодня предстоит ликвидировать долг государства, пускай в лице органов местного самоуправления, перед людьми в размере порядка 300 миллиардов рублей. Это колоссальный шаг, это преступный шаг, и мы ни в коем случае его поддерживать не будем. Более того, это делается под предлогом того, что управление, правовое управление администрации президента согласовало этот закон именно в такой формулировке, крайне суживающей возможность ее реализации. В рамках начавшейся президентской кампании мы считаем, что подобный шаг не может иметь места ни при каких обстоятельствах. Тем более, что сегодня не 90-е годы, когда принимался этот сложный закон. Мы сегодня живем якобы в стабильном государстве. Сегодня более 100 миллиардов долларов находится только в американских ценных бумагах, и государство предлагает простить долг в размере 300 миллиардов рублей для своих граждан. А это десятки миллионов наших граждан, проживающих в старом жилье. Фактически сегодня на всех обязательствах государства, на всех надеждах миллионов наших граждан будет поставлен жирный крест. Мы категорически против этого законопроекта и призываем со своей стороны президента, если не дай бог этот закон и законопроект будет сегодня принят, наложить на него вето. В решении Конституционного суда, это мы собирали в прошлом созыве 92 подписи для того, чтобы этот закон проверили, там написано, что правительство обязано составить программу выполнения работ по капитальному ремонту, которая не была выполнена. Я вам напомню, что перед приватизацией жилья, что должны были сделать власти перед тем, как приватизировать? Если дом требовал капитального ремонта, его сначала должны были капитально отремонтировать разводящие сети, водопроводы, отопление, и только после этого приватизировать. Но, как вы знаете, эти вопросы, в принципе, может, в лучшем случае освоили формой 2, но ничего не сделали, и теперь перекладывают на жителей. Что касается коррупции, вы знаете, что сегодня правительство Соединенных Штатов в лице Минфина объявило 13 офшоров токсичными зонами. Это к чему приведет? С нашей точки зрения, это приведет примерно к тому, что было на Кипре, если вы помните. Там Британия, США и ЕС ровно за неделю до объявления дефолта вывели все свои активы. Почти все наши госкорпорации умудрились на депозитах там оставить более 5 миллиардов евро. Поэтому мы считаем, что это вообще готовится зачистка, потому что мы уверены, что перед принятием закона, в принципе, и Конгресс США, и президент уже от 15 спецслужб своих имели данные, где, чего и как лежит наших украденных денег со страны. Поэтому я думаю, что это просто идет подготовка к зачистке украденного из России. Хотя, если вы помните, с 2011 года президент Путин активно объявлял политику деофшоризации. Но, к сожалению, ни амнистия, ни другие акты не возымели действия, так как англосаксы они никогда не действуют назад. То есть, если они что-то наметили удушить, они будут душить, пока по морде не получат. Поэтому мы вам желаем всем предновогоднего настроения и объективных новостей. Спасибо вам.